В борьбе с вирусом медики подтверждают эффективность вакцинации. По словам врачей, прививка – это самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. Вакцинация проходит не только в городе, но и в районах. Лариса Снисер вместе с коллегами сделала уже второй компонент прививки от коронавируса в поликлинике Красноярского района. Совершенно не страшно. Девочки работают профессионально. Вообще ничего не больно абсолютно. Никаких побочных эффектов у меня не было. Я прививочник, я всегда делал прививки от гриппа. Ну, тоже все, что положено. Сделать прививку можно с самого утра, причем для удобства пациентов в больнице разделили потоки. В первую половину дня могут прийти те, кто решил сделать прививку индивидуально, а после обеда вакцинацию проходят коллективы различных организаций. Перед вакцинацией пациент как перед первой, так и перед второй вакциной проходит осмотр терапевта. В осмотр терапевта входит анкетирование, опросы о сопутствующих заболеваниях, о тех препаратах, которые принимает пациент. Проводится сатурация, замерение температуры, замерение давления. Вторую неделю подряд ежедневно число заболевших держится на уровне 450. Это тревожный показатель. Медики подчеркивают, новый штамм в разы опаснее. Симптомы развиваются быстрее, тяжесть течения болезни усиливается. Прививка помогает избежать этого. Чтобы уберечь себя и близких от заражения, необходимо ответственно соблюдать несложные правила безопасности. Носить маски, помнить о социальной дистанции в общественных местах и не забывать про личную гигиену. Эти правила актуальны и для тех, кто уже привился. Первую дозу вакцины в регионе получили более 894 тысяч жителей. Полностью привиты свыше 698 тысяч человек. Мария Левина, «События».